Добрый день, меня зовут Ирина, и я вас всех приветствую на моем ювелирном канале Нефертити. Сегодня мы с вами посмотрим украшение из серебра от компании Вега. Очень красивое серебро с чернением, с натуральными камнями, есть с кварцем, есть с фианитами. Очень пришла большая посылочка. Если кто не смотрел распаковочку, обязательно посмотрите. Первая часть была распаковочки вот буквально на днях. И сегодня посмотрим несколько комплектов. Вот такой нереальный красивые изделия, вот такие нереальные делают вот компании Вега. Это в Питере все производится, питерское серебро потрясающей красоты. Все уже доступно для заказа по всем ссылочкам. Ссылочки перечислять не буду, я думаю, все уже видит и бегущую строку, и все данные ссылочки есть внизу. Все, в принципе, как и всегда, ничего не поменялось. Начнем мы вот с такого потрясающего комплекта. Это комплект Иоланта. Артикул 3172-1, цена 6280 у него. Специально подольше покручу. Комплект этот у нас идет с кварцем. Кварц цвета родолит, серебро 925 пробы. Продаем комплектом, не разделяем. Колечко здесь 19,5. Серьги длинненькие. Вот такие каплевидный кварц. Шикарного совершенно цвета. Очень интересная оправочка. Здесь все цветочками. Смотрите, как хорошо все выложено. Серьги идут на английском замочке. Немножко занижена швенца. Эта часть подвижная. Кварц не завальцован, то есть он сзади весь открытый, чтобы свет проникал со всех сторон. Очень хорошая огранка здесь видно. То есть он будет на свету всеми цветами играть. Средний вес серег получается 17,12 граммов на две серьги. В принципе, для Веги достаточно легкие серьги, есть у них потяжелее. Высокое кольцо, также с цветами. Все такое узорчатые цветочные веточки. Ну, кольцо можете носить как удобнее. Я здесь показываю также капелькой, как и серьги. Можете, в принципе, и вот вниз его одевать. Размерчик, как уже сказала, 19,5. Вес около 11 граммов. И в такой же комплект, но с другим камнем. Небесной голубизны. Очень красивый здесь тоже кварц. Артикул 3172-2. Здесь кварц цвета аквамарин. Размер кольца 19. Цена комплекта та же 6280. Очень красиво, даже не знаю, какой больше нравится. Тот комплектик поярче. Этот более такой небесно-голубой. Замочки, оправа, все то же самое. Средний вес сережек. Комплекты одинаковые, кроме камушка. Средний вес здесь также 17 и 12 сотых. Небесно-голубой под аквамаринчик. Прям очень весенний такой красивый комплектик. Далее комплекты Ида. Их будет два с разными вставочками. Комплект Ида артикул 5075-1. Цена у него 8440. Здесь идет по вставочкам фианиты цвета аквамарин, фианиты цвета топаз, под хризолит. В общем, здесь вставочки все фианиты. Размер кольца 18. Шикарные здесь камни. Особенно вот багеты под аквамарин, которые сделаны центральные.
зеленый, и коричневатый, голубоватый, шикарное сочетание камней. Вот такой здесь замочек. Замочек английский, на любую мочку, чуть-чуть занижена. Сережечка сама. Средний вес получается у серег 22 грамма на 2 серьги. Тоже не так много, они достаточно компактные. Хорошо сидят, как клипсики. Так, и кольцо смотрим. Высокое колечко. Вот так он оформлено по бокам. Такой султанский перстень. Очень крупный, красивый размерчик. Повторюсь, 18-й. Кольца не маломерит, не больше мерит. Все, размер. Причем размер достаточно комфортный. Вот у меня 18-й, видите, и он садится комфортно, чтобы все было как положено. И этот же комплект с другими вставками. Кольцо здесь побольше. Сейчас веревочку уберем. Здесь идут кварц, здесь уже вставочки. Артикул 5075-2. Цена 8440. Кварц под лунный камень, кварц под аметист. Вот так, такие вот кварц здесь стоят. И кольцо 19,5. Кольцо большое. Смотрите, какая красота. Немножко полупрозрачные розоватые подлунники сделаны. Под аметисты, под розоватые, под розовый кварц. Очень красивое, нежное, сиреневое сочетание. Такое прям благородных оттенков. Перепыленная немножко, как пыльная роза. Аметисты, лунники, вот такой вот. Полупрозрачность. Очень все красиво. Замочки также английские, как и на предыдущих. Все то же самое, повторюсь, только вот вставочки меняются. Следующий комплектик у нас идет, можно его приобрести с браслетом. Это комплект ассорти. Сейчас покажу вам сначала полный комплект, как он будет выглядеть с браслетиком. Вот такая красота, если это полный наборчик. Сам комплект серьги и кольцо, артикул 4020, цена у него 6620. Вставки здесь фианит цвета аметист, фианит цвета родолит. Колечко 19 размер. Серьги длинненькие, замочки английские. Подойдут на маленькую либо среднюю мочку, но можно такую полненькую. То есть прокол не очень высокий, а сама мочка может даже полненькая сюда уместиться. Вот эта часть идет жесткая, дальше все подвижненько. Камни не завальцованы, все хорошо смотрится. Свет опять же проникает. Это у нас серьги. Вес средний получается 17,56 на 2 серьги. И вот такое кольцо. Можем так, да, можно к себе. Повторю, размерчик 19. Вставочки фианиты цвета аметист, фианиты цвета родолит. Смотрите, как красиво огранка сделана. Так, ну и, конечно же, браслет. Браслет ассорти. Артикул 4020B. Крупный браслет двухрядный. Идет он с похожих на кольцо элементов вот таких. Нескольких состоит. Ой, зам улетел. Замочек здесь. Гантелька. Вставляется. Чуть поджимаете, если не знаете, и дальше все это просовываете, и получается вот такая вот у вас конструкция. Очень удобненький,
не потеряется. Вот такой шикарный браслет. Вес у него больше 50 граммов. Цена 10 940. Браслеты, конечно, пришли в этот раз все бомбические. Следующий комплектик. Давайте даже вот сюда. Это у нас комплектик Чероки. Он также идет с браслетом. Можно докупить браслет. Такой достаточно геометрический комплект. Смотрите, какая красота, если вместе с браслетом. Здесь идут фианиты цвета оливин, фианит цвета султанит, фианит под аметист, фианит под родолит. Все вставочки фианиты. Так, начнем с комплекта кольцо серьги. Комплект артикул 4025-1. Цена у него 6 890. Колечко в комплекте здесь 19,5. Очень необычно сделано, очень все качественно. Серьги с заниженным замочком, занижено очень прилично. Камни также не завальцованы, эта часть идет подвижная. Все очень хорошо тут, все подвижненько. Можно вот так серьги, да, можно наоборот. Средний вес по серьгам получается около 25 грамм. Вот такая красотулечка у нас и кольцо. В кольце не все камни, но в принципе их достаточно. Больше уже было бы перебором смотрелось. Размерчик 19,5 в комплекте. И если будете докомплектовывать, то вот такой к ним идет шикарнейший браслет. Звенья все идут подвижные. Замочек коробочка, как на часах. Артикул браслета 4025B, цена 7 430. Средний вес около 35 граммов. Комплект Чероки есть с другими вставочками. Вот такой яркий, черно-бело-красный. Артикул 4025-2, цена 6 890. Здесь фианит под хрусталь, я так понимаю, фианит под коралл. Наверное, так, потому что не пишут больше ничего. Черный, наверное, тоже поставили фианит. Нет, скорее всего, черный фианит, а вот это натуральный хрусталь и коралл. Уточню у производителя. Потому что, да, обычно они расписывают все натуральные вставочки. Размерчик здесь 18 у колечка. Замочки. Все то же самое. Английские замки. Немного занижены. Смотрите, какая прелесть. Яркий, необычный комплект. Колечко 18. Следующий комплектик. Комплектик Quattro. Очень интересненький, нежненький. Смотрите. Такой цветочный. Артикул 4016-1. Цена у него 7 160. Вставки здесь кварц под аквамарин. Размер кольца 18,5. Английские замочки чуть-чуточку занижены на любую мочку. По высоте, по полноте. И очень гладенький кабошончик кварца здесь вставлен. На просвет все. Эта часть подвижная. Вот такой вот красоты. Зелененький, нежненький. Так, и колечко 18,5. Веточки, цветочки, все-все напоминает о весне. Следующий комплект.
Разобрались мы с живым кораллом. Уточнила я. Это здесь идет вставочки кварц. Вот такой вот кварц. Артикул комплекта 31.19. Цена у него 7500. Здесь вот стоит кварц, живой коралл. Живой коралл — это цвет кварца. Официальный цвет, который есть в институте цветов Пантон. Яркий вот этот алый цвет живой коралл. Размер кольца в этом комплекте 20. Комплект называется Борджиа. Не знаю, как вам, мне вот это напоминает змейку прям с хвостиком. Она вот вокруг серёг идет и по колечку. Глазок у нее нет, но тем не менее очень-очень похоже на змейку. Шикарные яркие серьги. Кварц здесь ограненный. Отличные замки. Замок полупетля английский. На любую мочку. Места много. И вот такая змейка, обнимающая, собственно, кварц, который тоже не закрыт. Все открыто со всех сторон. Так, по весу. 22 грамма на 2 серьги. Колечко, как уже сказала, здесь 20 размер. Вот такое высокое, красивое-красивое кольцо. Здесь уже как бы глазки у змейки немножко угадываются. Так, еще один комплект кватро. Он идет с браслетом. Если вам нужно к комплекту подобрать. Вот так это все выглядит целиком комплектиком. Шикарный цвет. И, как всегда, конечно, вега на высоте. Шикарные-шикарные изделия. Артикул 4016-2. Цена 7160. Колечко здесь 18,5. Вставки кварт цвета аметист. Серьги английский замочек, заниженный на любую мочку. Вот такие вот здесь потрясающие красоты кварцы под аметистик. Серьги подвижные. По весу 23,5 здесь пишут на 2 серьги. И колечко 18,5. Если хотите догарнитурить, можете взять с браслетиком. Шикарнейший браслет. Смотрите, получается здесь 7 вставок. Замочек карабин удлиненный. Браслет звеньевой, весь подвижный. Вставки также кварц под аметист. Артикул 4016БА. Цена 10600. Вот такой у нас сегодня шик, блеск и красота. Еще больше комплектов, еще больше новинок смотрите на нашей виртуальной витринке. Либо по другим ссылочкам, группам. Все внизу под видео есть. Я надеюсь, вам все понравилось. Напишите нам в комментариях, как вам новая посылочка от Веги. Всем приятного дня и пока-пока!